Дядя! Ну ты что, охренел, вот скажи? Вот ты охренел, вот скажи, как проехать? Этот автомобиль стоял раньше, загружался, а этот встал сейчас. Никто его не грузит, насколько мы видим. Номера я вам потом покажу. Я думаю, все догадаются, какие там, что я нервничаю. Есть авто-то, да? Здравствуйте. Я водитель. Дело в том, что той машины, которую не может сейчас проехать, там я увидел водителя, который стал усатый. Говорю, дядя, зачем ты перекрыл дорогу? Он говорит, что, ну, то есть мне сказали на деливере вот так встать. Можно его убрать? Ну, подождите, мне сейчас надо проехать. Он сейчас перекрыл проезд. Я хочу проехать, как я на это имею право. Я понимаю, если там пожар, еще что-то, я хочу здесь. Я имею право это сделать? Это дорога. Он видел, что эта машина стояла, он потом встал. Этот стоит давно. Пускай берет машину, я проеду, вы его, вот, освободиться здесь место поставите, освободиться там место, это ненормально. Вы, ну, я правильно говорю? Ну, уберите, пожалуйста, автомобиль. Он говорит, что это delivery сказал, это вы? Значит, пожалуйста, скажите ему, пускай уберет автомобиль. Соответственно, какая машинка, номерочек мы понимаем чей. Он собирается брать машину? Блин, ну это не мои проблемы, понимаете? Я его видел, я у него спрашивал, чего он не забирает машину. Он сказал, мне сказал delivery. Как это, к вам приехал человек, вы не знаете? Найдите его, он пошел туда с усами. Я не отойду, пока вы не ответите. Вы не понимаете это или что? Это ненормально. Вызывать милицию я вызову, не вопрос. Но он перекрыл дорогу. Ребята, ищите, я буду вызывать милицию, его оштрафуют, вы не понимаете? Я вызову полицию, я не отойду так просто. Это ненормально, там приезжают таксисты, одна, вторая, третья машина. Ему нахуй колеса поспускать или что? Ну что это за цирк? Но он на вас съехал, вы понимаете? Он сказал, что деливери такие. Его сюда поставили. Не он, блин. Он нормальный. Он типа, блин, ищите его. Но это ненормально. Молодой человек. Он стоит в самом там краю, с усами такой в шапке. Позовите его. Он стоит вот там на рампе, в самом краю, ест семечки. Водитель этой машины. Он, говорю, он стоит в конце, я его видел только что. Он вот так вот по прямой стоит, в шляпе, с усами, кушает семечки. Вот оно, блин, водила. Приныкался, сидит. Куняра. Дядя, ты не охерел, а? Я говорю, машину уберите, вы не понимаете или что? Вызывать полицию или я не могу понять, и колеса попробивать? Машину, говорю, уберите. По кругу, правда, да? Машину уберите, вы не понимаете русского языка, по-украински вам сказать. Иди машину убирай. Блин. Я вызову полицию, я тебе говорю. Не веришь? Ну,
Я тебе говорю, машину убери, это неправильно. Все подъезжают, смотрят и уезжают. Потому что убери машину, говорю, поставил. Что, самый хитрый или что? Да, я поставлю. Убери ее нахрен вообще. Не нахрен. Я говорю, убери машину. Машину убери, ты не понимаешь или что этого? К вам приехал человек, деливери, убирает, пускай машину. Вот то вы считаете нормально, смотрите, машина поехала. Алло. Алло, я вас слушаю. Девушка, здравствуйте. Будьте ласковы, пришли, пожалуйста, патруль полиции на ФОЗе. Это Промышленная 5. Здесь где вы находитесь? ФОЗе, улица Промышленная 5. Где вы находитесь? Скажите, який район це? Києво-Святошинський. А населений пункт який? Це місто Вишневе. Так, Вишневе, магазин ФОЗе, так? Да, магазин ФОЗе, вулиця Промислова 5, так. Що там сталося? Там сталося, автомобіль МАН, здорова фура, перекрила дорогу. І водій сидить, я його бачу, він не хоче од'їжджати. Я вам номер зараз скажу, я підійду ближе. Так, авто МАН, номера? Номера, зараз я подивлюся, одну хвилиночку, я пробіжу до них. Красна фура, тобто красний, виходить, ну, це длинна, це як його, ну, фура, так. І сама машина красно-зелена, а номер автомобіля державний, зараз я вам скажу. АН 1685. А закрито тут. Я вызвал полицию. Оно быдло там стоит, понимаете, оно не хочет. Он там стоит, он не хочет уезжать. Говорит, куда я уберу? Где он стоит? Вон он идет с вашим этим молодым человеком. Вон, усатый, шапки. Пускай, блядь, уберет. Я дождусь в любом случае. Я уже все, если пошел... Сука, вообще, блядь, интересно. Я не могу выиграть. Не могу я больше выиграть. Чего не можешь? Выиграть. Ну вот, просто дай газу вперед и все. Выиграть. Вот там заломали. Так заломал же, ты не видишь, я заломал. Ну выведи, дай люди там проезжают. Где ты поехать можешь, по кругу проехать можешь? Дядя, здесь нельзя проехать, причем здесь по кругу. Я не должен ездить по кругу, если здесь есть дорога. Вы не понимаете этого или что? Убери машину. Не будь, сука, быдлом, не будь. Уберу, чтоб ты проехал. Конечно, тебя, конечно, первый. Конечно. Только не нервничай, все будет нормально. Я уберу. Я дам тебе проехать. Конечно, так. Бля, я посмотрю, я буду стоять здесь и стой, смотреть. Стой! Ты не кричи, понимаешь? Я тебе не поставлю, ставьте тебя. Ну и что? Ну и что, что ты знаешь? Так что быдло можно быть? Говорить надо. Так что быдло можно быть? На вы надо разговаривать. Нахер ты поставил, перекрыл, я тебе сразу сказал нельзя. Я не нахер я тебе сказал. Нахер ты поставил ее. Я тебе не нахер. А я тебе говорю, нахер ты поставил. Сука, не будь быдлом. Охеревший, я буду, сука, тут стоять, смотреть, как ты, блядь, поставишь. Я тебе поставлю. Тварина, блядь. То есть ты убрал машину, да? Я тебе говорю, я буду стоять, пока или менты не приедут, тебя вжарят. Я тебе говорю, ты назад не станешь. Я тебе сказал, ты назад не станешь. Не будь, сука, хитро выебанным, я тебе говорю. Паскуда. А я буду смотреть, стоять, чтобы оно не стало. Он сильно хитро выебан. Я уберу машину. Пускай стоит, пускай стоит. Я, смотрите, я буду стоять, смотреть, он туда назад не станет, может, ты ему сразу я сказать. Я тоже туда не поставлю, потому что уже второй кипит, он не зачем это мне надо. Хорошо. Доброго дня, Руслан Олександрович. Так, 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 так. У вас полиция, это будет, если тоже разведел. Так. Прошу звернення. Підскажіть, будь ласка, де саме знаходиться ця фура? Delivery. Delivery. Там з правої сторони delivery. Ну, якщо їхати до ФОЗ, ну, на території ФОЗ іде база, промислена 5, заїхали на територію бази,
І з лівої сторони є десь по центру оцих двох сторон бази, по центру є з лівої сторони delivery. Вона ще стоїть там, да? Я уїжджав, вона стояла, вона хотіла, він діло в тому, що од'їхав, вот, ага. Но пропустив метрів 5, зробив такий проїзд невеличкий. І каже, я зараз назад стану. Я подивився, постояв сюди півгодинки, подивився, він назад не став. Ну і я уїхав. Угу. Я зрозумів, зрозуміло. Делівері такий. Добре. Дядько усатий в шапці. Ну подивіть на делівері, на саму цю базу. Тому що вони кажуть, що ми на них не маємо ніяких етих, ну, речагів, так сказати, давлення, вони достають. А цей дядько сказав мені, що це йому делівері сказала там поставити. Ну це неправильно, вони перегородили тупо дорогу. З одної сторони фура і з іншої сторони. Я зрозумів. Зрозумів, зараз вони тобі. Просто за вами розійдуться. Добре. Дякую вам за звернення. Добре, будемо реагувати на його. Да, добре, дякую. Дякую.